В ноябрьске жертвой ДТП стал мотоциклист. Это молодой человек 89-го года рождения. Серьезная авария произошла накануне вечером в районе супермаркета. Мотоцикл столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства получил тяжелые травмы и был доставлен в ЦГБ. Очевидцы говорят, что мотоциклист ехал по улице Советской прямо. Водитель минивэна, поворачивая на стоянку, его не пропустил, и произошло столкновение. Также присутствующие на месте аварии люди рассказывают, что после сильного удара и полученных травм мотоциклист был в сознании. Из видимых повреждений они отмечают открытый перелом руки. Молодой человек даже пытался встать и просил снять с него шлем. Однако сделать это ему не дали, дабы не навредить. Судя по всему, он был в шоковом состоянии. Слова очевидцев подтверждают и в госавтоинспекции. 18 июня 2013 года в 18:30 на улице Советская в районе дома номер 76 водитель автомобиля Hyundai Starex при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист с многочисленными травмами доставлен в приемное отделение Центральной городской больницы. Сегодня нам стало известно, что жизни мотоциклиста ничего не угрожает, но состояние его стабильно тяжелое. У него многочисленные травмы и ушибы, открытый перелом руки. И сегодня же в одном из дворов все той же улицы Советской произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. Водитель Ниссана, выезжая с парковочного места, не убедился, что за машиной никого нет, и наехал на пешехода. В результате ДТП пострадала женщина, с травмами она тоже была госпитализирована.